Ну що, друзі, прийшов час слухати зараз, дякую дуже, прийшов час зараз слухати Слово Боже, але я хотів би перед тим помолитися. Якщо ви не забули, хто був на минулому служінні, це служіння, це буде друга частина, продовження тієї проповіді. І я знаю, що та проповідь, я спілкувався з деякими людьми з церкви, і всі вони кажуть, що вона змусила замислитись. Тобто вони подивилися трохи по-іншому на взагалі саме своє життя. Я дуже хотів, щоб ми, друзі, дійсно з вами усвідомили, що є наше життя в очах Бога, і як Він бачить його майбутнє наше, нашу долю і так далі, і тому подібне. Давайте тому схилимо зараз наші голови, будемо молитися, якщо ви не проти. Дорогий Господь, ми сьогодні вдячні Тобі, Боже, за те, що Ти є на цьому служінні. Саме Ти, Господь, Ти є той, з кого все починається, Ти є той, ким все це існує, і Ти будеш тим наприкінці всього, коли все скінчиться, Боже, Ти будеш тим єдиним, хто буде все тримати в своїй руці. Господи, ми сьогодні молимось Тобі, дорогоцінний Дух Святий, Ти будь на цьому служінні, Ти сьогодні, Боже, відкривай наші серця. В ім'я Ісуса Христа, Господи, Духом Святим відкривай наші серця, щоб нам усвідомлювати, розуміти, щоб нам просто це слово, воно змінювало нас, воно змінювало нашу свідомість і нашу особистість. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Слава Господу, друзі. Я хочу сьогодні продовжувати говорити на тему «Моє життя в очікуванні повернення Христа». Моє життя в період історії, друзі, коли ми очікуємо повернення Христа. Я хочу нагадати, з минулої проповіді трохи, хочу нагадати вам, про що ми говорили. Минулого разу ми говорили про те, що історія людства, можна, якщо не проти, виведіть, будь ласка, слайд там з заповітами, якщо ви не проти. Ми говорили з вами, що історія людства, друзі, нам здається, нам завжди так здається. Знаєте, наприклад, є люди, які кажуть, о, зараз такі важкі часи, зараз такі важкі часи. Друзі, ви що думаєте, що в 16 сторіччі часи були не важкі? Я вам хочу сказати, друзі, тоді було все набагато важче. Нам так здається. Чому? Ми такі люди, ми все бачимо найчастіше, ми все бачимо крізь призму своєї особистої, своїх особистих викликів, своїх особистих проблем, своїх особистих якихось переконань, щось такого. Нам здається, що ніхто не розуміє нас. Хто інколи казав, мені хотілося, щоб люди розуміли мене, а мене не розуміють. Друзі, повірте мені, є багато людей, які розуміють вас набагато краще, ніж ви самі себе інколи розумієте. Бог, Біблія каже, що Бог, Він завжди розуміє нас. І дивіться, оце є історія людства. Це є історія людства. І ми з вами минулого разу говорили, що ми десь близько оцього звершення завіту, звершення усіх цих завітів, усієї цієї історії, яку Бог писав і Бог пише зараз для всього людства. Друзі, ми от там, наприкінці цього. І не можна, це не є розумно, це не є розсудливо розуміти або намагатися зрозуміти своє призначення або себе самого, якщо ти відокремлюєш себе від цієї історії. Бо тільки ця історія, вона дає нам можливість зрозуміти, дійсно зрозуміти, що є моє життя і про що є моє життя. Тому, друзі, я б хотів, щоб ми з вами, ми будемо сьогодні повертатися, ще раз заразом будемо повертатися, але сьогодні я хочу відповісти на таке просте, дуже просте запитання на перший погляд. Тож, друзі, запитання звучить наступним чином. Яким має бути моє життя як християнина, якщо я все це розумію? Тобто, як я маю жити? Як з усвідомленням всього цього тепер мені будувати моє життя? Тому що я ще раз хочу наголосити, друзі, є багато християн, які сьогодні, вони не розуміють цього. І їм здається, що їхнє життя, християнське, особисте життя, воно будується навколо їхніх викликів та потреб. Чи це є так? Так, частково це є так. Моє життя, воно не дорівнює, але воно частково складається з моїх проблем. Хтось може сказати на це амінь? Так, вони є. Але це не є моє життя. Це є супутні речі. Це, наприклад, якщо, наприклад, в червні місяці, знаєте, є багато комарів. Да? Комарів, там, різні всі машкари. І коли, якщо ти скажеш, що твоє життя – це є комарі, або проблема комарів, це не так. Тому що є, наприклад, січень місяць, коли комарів немає взагалі. Правда ж?
Їх взагалі немає. Тобто ти не можеш поставити знак рівне, що це дорівнює, моє життя дорівнює проблемі комарів. Так само, друзі, Бог, коли Він бачить наше життя, коли Він дивиться на наше життя, Він не дорівнює наше життя нашим потребам і нашим проблемам. Чому? Тому що Він дивиться на життя всього людства, друзі, отак. Я зараз задам вам дуже цікаве запитання. Скажіть мені, будь ласка, діти Божі, які народилися та жили для Бога, служили, дійсно були вірними християнами у другому віці нашої ери, де вони зараз? Що нам каже Біблія про це? Де вони зараз? Вони на небесах. І що вони там роблять? Біблія каже нам, перше, вони прославляють нашого Господа. По-друге, вони є свідками, які дивляться також на наші життя. Ви знаєте, до речі? Всі ці люди, друзі, які мешкали зараз, тоді, вони зараз дивляться на нас згори. І дивлячись на наші життя, вони, розуміючи оцей Божий план, друзі, інколи їм здається трохи щось незрозуміло. Тому що вони дивляться, вони кажуть, як це так, це ти кажеш, що це дуже важливо, коли це взагалі інколи для Бога не є, наприклад, важливим. Ще раз кажу, це не є неважливо для Бога, але в розумінні, в певному розумінні, це не є сенсом твого життя. Ось саме про це я б хотів, щоб ми сьогодні з вами і поговорили. І так, друзі, давайте ще раз повернемось до об'явлення, перший розділ, восьмий вірш. Об'явлення, книга об'явлення, откровення. Скажіть, будь ласка, таку складну тему краще українською або російською? Окей. По черзі, да? Спасибо, да. Зараз, подождіть, не спішіть голосувати. Окей, давайте зробимо так, друзі. Я почав українською мовою, почав українською. Давайте зробимо так. Я зараз перейду на російську. Чому? Тому що для мене дуже важливо, щоб ви усвідомили, дійсно, щоб до нього дійшло. І якщо я розумію, комусь складно, то ті, хто вже перейшов вільно, володіє українською мовою, якщо ви не проти, якщо буде ваша ласка, якщо ви пробачите мене цього разу, то я б хотів російською. Ще раз кажу, я можу вже мені це простіше. Але я хочу зараз кидати виклик тим, хто ще розуміє російською. Я хочу вам кидати виклик. Друзі, якщо ви не будете нічого змінювати, нічого не зміниться. Знаєте це? Нам здається інколи, що з часом я почну, знаєте, є таке, я з часом почну володіти українською мовою. Ні, друзі, якщо ви не будете нічого робити, нічого в вас не вийде. Треба починати, окей? Тому, друзі, ті, хто володіє українською мовою, ми, ті, хто володіємо українською мовою, я так себе вважаю, я вже себе, ну, трохи причисляю, можна? Вже, дякую. Да? Нормально? Але я розумію ще раз, тема складна, дуже складна. Друзі, якщо ви не проти, давайте перейдемо. Но міста писання я буду читати на українському, нічого з цим не поділаєте. І так, друзі, дивіться сюди, будь ласка. Дивіться сюди. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог. Той, хто є, і хто був, і хто має прийти, Вседержитель. І так, друзі. Друзья, я бы хотел, чтобы мы с вами разобрали этот стих сегодня, и чтобы есть три вещи, которые мы с вами сегодня поняли, исходя из этого стиха, который Бог говорит сегодня именно тебе, ко мне, в мое сердце Он хочет сказать. Итак, первая мысль, друзья, обратите внимание, Бог говорит о себе в этом стихе, Он начинает этот стих следующими словами, Он говорит «Я Альфа и Омега». Вы знаете, у этой интерпретации, у этого стиха, у такого выражения может быть две интерпретация. Одна интерпретация повествовательная. То есть, когда Бог сообщает людям, которые не знают о том, что Он есть Альфа и Омега. Аллилуйя, слава Богу. Вроде бы неплохо. Но кто мне скажет, книга Откровений, она для кого написана? Для людей, которые не знают Бога, или в большей степени для тех, которые Его знают? Для тех, которые Его уже знают. И вот тогда у меня возникает вопрос, друзья, есть еще одна интерпретация, где Бог, друзья, Он не просто информирует нас, а в очередной раз он утверждает о том, что именно он, а не мы с вами, есть Альфа и Омега. Я написал себе такие простые слова, по смыслу очень простые слова, друзья. В существующем вокруг нас
мире и вселенной, Бог хочет, чтобы мы понимали, что именно Он является началом и концом. Именно Он является тем, кому подвластно начало, и тем, кому известен конец. Скажите мне, пожалуйста, если мы посмотрим снова на ту картинку, где есть раскрытие, развитие завета, где вся история человечества и план Божий для человечества, где он есть. Скажите, пожалуйста, мне теперь, друзья, какой план или кто имеет право писать план? Тот, кто в этом плане есть, или тот, кто является альфой и омегой этого плана? Если вы не знаете, альфа и омега – это первая и последняя буква алфавита латинского. То есть это означает, он говорит, я есть тот, с которого все начинается, и есть тот, на котором все закончится. То есть Бог, друзья, он является тем, кто творит все, тем, кто пишет все. И этот план, и право писать этот план есть, соответственно, только у него. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами еще раз это уяснили. Уяснили не просто, друзья, а уяснили настолько глубоко, чтобы внутри каждого из нас появилось трепетное отношение к тому, кто вообще Бог есть в нашей жизни. Трепетнейшее отношение. Библия говорит, что начало мудрости. Кто мне напомнит, продолжит из книги притч? Начало мудрости есть страх Господень. Что означает? Начало мудрости. То есть ты не можешь понять, ты не можешь осознать, ты не можешь оперировать, ты не можешь владеть чем-то, если сначала, если этому не будет предшествовать осознание величия Бога. Если ты этого не сделаешь, ничего не получится. Смотрите, друзья, очень просто. Если ты хочешь построить классную семью и начинаешь строить ее как христианин, о, мы любим друг друга, нам так нравится быть друг с другом, мы с друг другом столько удовольствия получается. Честно, я для себя давно уже принял решение. Я в этом никогда не буду участвовать. Знаете почему? Ни как пастор, ни как священник. Потому что то, что начинается без Бога, не может закончиться хорошо с Ним. Библия говорит, браки заключаются на небесах. Друзья, ошибка. Браки должны начинаться на небесах, чтобы на небесах они заключались. Если брак не начинается с неба, если не Бог является вдохновляющим твою семью и начало твоей семьи, друзья, что дальше ты будешь ему объяснять? Как дальше ему интерпретировать? Ты будешь ему объяснять и интерпретировать то, что он хочет. Вы знаете, есть много людей, которые говорят, это мое дело, это мое дело. Нет, это не твое дело. Это вообще не твое дело, потому что появление твоей жизни есть часть его плана. Появление самой твоей жизни есть часть его плана. И знаете, скажите мне, пожалуйста, ну-ка вот пастор Иван, пастор Света, те, кто вы сталкиваетесь с центром реабилитации уже. А ну-ка скажите мне, какая самая большая проблема у человека зависимого, который попадает в реабцентр? Это наркотики или алкоголь или сигареты, что? Какой самый большой вызов? Что ты сказал, пастор Вань? Гордыня. Гордыня. Отступить на второе место в своей жизни, вы понимаете? И кто-то сейчас скажет, а ну да, это у них действительно проблема. Нет, друзья, это у всех у нас такая проблема. Просто у кого-то она вылезла в то, что человек начал употреблять какие-то вещества, а у кого-то, друзья, она выливается в то, что ты никак не можешь построить нормальные отношения в семье. Почему? Потому что ты гордый. А гордым Бог что делает? Что делает гордый человек? Он Бога убирает с первого места своей жизни. Вот и все. Гордый человек, он не может никого почитать. Почему? Потому что он на первое место ставит себя. А Бог говорит, что мы должны почитать друг друга как? Выше самого себя. Но вы понимаете, что признать кого-то выше, умнее, мудрее, толковее самого себя, гордый человек не может, он не способен этого делать. Именно по этой причине, друзья, Бог, заявляя здесь о своем пришествии, смотрите, Он, чтобы подготовить нашу жизнь в своем пришествии, Он заявляет первую вещь, Он говорит, я, Бог, есть альфа и омега. И знаете, чтобы не открывать отдельно, я не помню, какой из псалмов, там написано, Бог говорит, призовите ко мне народ мой, и я буду судиться. И знаете, в чем предмет суда? Он говорит, я буду судиться. В чем? В том, что я, Бог, ваш Бог. То есть Бог говорит, я буду судиться, потому что вы пытаетесь сместить меня с первого места вашей жизни. Это проблема. Это большая проблема. Это огромный вызов. Я бы сказал даже так, друзья. В некоторых случаях мы переписываем Библию, друзья, в угоду самим себе. Я приведу вам маленький очень пример. Очень маленький, но, знаете, это такой простой пример, чтобы вы поняли. Он покажется даже кому-то, возможно, смешным. Но этот смешной пример, друзья, он в себе содержит тенденцию современного христианства, в котором мы с вами, к сожалению, к счастью, не знаю, но мы живем. Например, если ты с кем-то поссорился,
Так получилось. Что Библия говорит делать? Примириться, правда? А что значит примириться? Он говорит, оставь свой дар и иди. Для чего идти? Что надо сделать? Что надо сделать, скажите мне, практически, что надо сделать? Разговаривать, вынести, какое у тебя есть, ну, понимание, правда? Выслушать, возможно, что и ты не прав, правда же? Просить прощения. А что это я должен просить прощения, я прав? Видите, смотрите, как мы переписываем Евангелие, да? Мгновенно, правда, под себя переписываем. Знаете, какая сегодня современная интерпретация появилась христианская этого места из Писания, этого ситуации? Я подошел к человеку и сказал, Иисус тебя любит. Все, мы помирились. Я ему кофе угостил, все, мы помирились. Нет, ничего подобного. Ты переписываешь из-за своей гордыни, ты переписываешь Евангелие. Опа, вы никогда об этом не задумывались? Мы перестали просить прощения. Вместо этого я помолился за человека. Мы вместо того, чтобы идти каяться перед человеком, мы идем каяться перед кем? Я перед Богом покаялся, этого достаточно. Серьезно? А в Библии разве так написано? Друзья, Библия в определенной степени для верующих людей в современном мире перестает быть авторитетом. Почему? Потому что, чтобы она оставалась или была авторитетом, и чтобы Слово Божье было, красивое украинское слово, непохитное, непоколебимым. Знаете, с чего должно начинаться наше отношение с Богом? Того, что Он есть Альфа и Омега. Не я, а именно кто? Он есть Альфа и Омега. Второе, друзья, хочу обратить внимание в этом стихе вашем. Написано, той, кто е и кто був. То есть, что это означает, друзья? Теперь очень внимательно, вот можно переключить, пожалуйста, Ром, переключи на тот слайд. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, смотрите, мы с вами находимся предположительно вот тут, примерно вот в этот исторический период времени. Слушайте внимательно, когда нас, вот мы, которые здесь и появились, появляемся мы здесь, исходя из истории, друзья, вот этой всей Библии, мы появились, и наша жизнь, по сути, есть мгновение, я хочу сказать, когда ничего этого вообще не было, вот здесь, вот там, уже Он был. Вы понимаете? Смотрите еще раз, сравнивая себя и свою мудрость, друзья, с тем, кто был, есть и будет, я хочу, чтобы мы понимали, даже когда нас еще не было в планах, Он уже был. И это не просто нужно знать, это не просто нужно у себя отложить где-то там в умственных ячейках памяти, чертогах памяти, нет. Это нужно, друзья, украинское опять же слово беру, усведомиты. То есть это настолько глубоко осознать, чтобы перестать сопротивляться самой концепции того, что у Бога есть план, и Его план совершенный. Сегодня пастор Валя, как она говорила в начале, какое место из Писания по поводу того, что там волю Божью? Отвергнули волю Божью о себе. Они не хотели креститься волю Божью. Что это означает? Знаете, креститься волю Божью, это вот так примерно. Купаюсь, когда я подошел к воде, тронул ее, ой, холодная. Я купался. Ты не купался. Потому что купался, это окунуться. Вот почему, когда у нас крещение, мы окунаем человека с головой, правда? Они просто побрызгали на него водой. Друзья, принять, креститься Божью волю, принять Божью волю может только тот человек, друзья, который осознает о том, что когда его не было, был Бог. Знаете, мне иногда приходится так подрабатывать, в кавычках назову. Для христиан мне приходится подрабатывать психологом. Я вам попробую объяснить, как это происходит. Очень простой урок психологии. Приходит человек и говорит, у меня проблема. Я говорю, какая? Огромная. Я говорю, насколько она огромная? Она длится уже несколько лет. Я говорю, окей, хорошо, расскажи мне о своей проблеме. И человек мне рассказывает о проблеме. И знаете, он, рассказывая о своей проблеме, люди подбирают такие слова, такие эпитеты. Они такими красками пытаются нарисовать картину, чтобы мне стало как можно более мрачно. Ну, я как бы, да, да, я тебя внимательно очень слушаю, да, да, да. А потом я говорю, а теперь секундочку, а теперь послушай, пожалуйста, меня. Скажи мне, пожалуйста, эта проблема когда началась? Вот у кого-то из вас есть, возможно, сегодня проблема. Проанализируйте сейчас себя, давайте пройдите этот урок. Эта проблема у вас когда она началась? О, уже давно. Я говорю, ну насколько давно? Ну уже 9,5 лет назад, почти 10. Я говорю, прекрасно, отличный выбор. 10 лет, давно. 10 лет, большая проблема. Большая или небольшая? Большая. 10 лет. Я говорю, а теперь скажи мне, пожалуйста, когда этой проблемы еще не существовало, кто был? Бог. Когда эта проблема есть, кто? Бог. Он.
И когда эта проблема закончится, а мы все понимаем, что однажды проблема закончится. Если ваша проблема, ваша жена, то Библия говорит, что после того, как вы умерли, вы свободны. Даже если вот так, вы понимаете? То есть она, проблема закончится. Кто останется, скажите? Бог. То есть Бог вечен, а проблема нет. Я говорю, зачем ты не вечную проблему делаешь ее своей вечной проблемой? Ты можешь просто, ну, сосуществовать с ней. Ну, вот она такая, она есть. Молись, доверяйся Богу, проси, ходатайствуй, воюй, настой, сражайся с ней, делай все, что нужно сделать, но никогда не забывай, друзья, не забывай о том, что был, есть и будет только один Бог. Знаете, в чем проблема многих верующих людей? Мы знаем эти места из Писания о том, что Господь был, есть и грядет. Мы знаем, что Он тот, который был, есть и грядет. Мы знаем это, но мы не живем этим. Вы понимаете? И из-за этого у нас формируется, опять же, украинское слово «хибне уявлення» про то, каким является Бог. Нам кажется, что наши сегодняшние временные проблемы являются вечными и самыми большими. Это второе утверждение. Третье, что мы можем видеть, друзья, с вами в этом стихе, Откровение 1.8. Здесь есть, смотрите, итог этого стиха, он подводит, он говорит, кто мая прийти, и он дает о себе заключение. То есть, смотрите, вот это слово «вседержитель», оно как бы включает в себя весь стих. Почему Бог является вседержителем? Потому что Он есть тот, который Альфа и Омега, Он есть тот, который был, есть и грядет, и Он есть тот, который держит все в своей руке. Кто Он, соответственно? Вседержитель. То есть Он тот, которому подвластно все. Вопрос, что же необходимо христианину уяснить, когда он читает это место, этот стих? Нам нужно уяснить, друзья, глубоко внутри своего сердца о том, что Бог является тем, кем Он сказал о себе, Он является. И вот, друзья, хочу вам сказать, когда ты действительно по-настоящему понимаешь вот эту проблему, когда ты внутри осознаешь это, возникает только один вопрос. Всего один вопрос. Других вопросов, простой, понятный вопрос. Так как мне жить теперь, когда я вот это все понимаю? Я скажу вам так, маленькое отступление. Сложность или трудность жизни многих верующих людей заключается буквально в следующем. Мы не хотим потратить время на то, чтобы уяснить вот то, о чем я только что говорил. У нас не хватает времени. У нас хватает время на все, но вот на это у нас времени не хватает. Из-за этого мы потом раздуваем любую проблему до масштабов, которые кажутся нам настолько гигантскими, что Бог с ним не может справиться. Мы даже когда молимся, мы говорим, Господи, если ты можешь. Это у меня странный вопрос, да? Как так можно сформулировать молитву? Если ты можешь. Правда? А почему не ответил? А потому что у меня же не изменилось ничего. А ничего, что возможно у себя в плане, у него немножечко другой сценарий. Кто из вас помнит, друзья, что Бог сказал Иосифу, когда он еще был молодым, пока он не получил даже разноцветные одежды от своего отца? Что Бог ему показал? Что ему склонится даже его отец, правда? И вот Иосиф, вдохновленный этой концепцией, этим откровением, этим сном, приходит к отцу, к братьям своим и рассказывает им об этом. И что началось, кто мне скажет в этот момент? Друзья, целый путь начался. Скажите мне, пожалуйста, в какой момент, в какой отрезок этого путешествия Иосифа из вот этого момента до момента, когда он стал вторым человеком в Египте, скажите, в какой момент Бог не ответил ему? Он всегда отвечал. Он всегда ему отвечал. Но просто у Бога есть план определенный, которым Он хочет тебя проводить. И вот здесь, мы, вот здесь, смотрите, друзья, внимательно, вот здесь как раз и наступает самый такой противоречивый момент современного христианства. Мы не согласны с этим. У нас, вот здесь, вот Станислав Владимирович, очень важно, у нас демократия наступает с Богом. А я хочу разрушить эту иллюзию. В наших отношениях с Богом отсутствует понятие демократии, вы понимаете? На царство, потом он его отправил на 15 лет скитаться по горам. Друзья, во взаимоотношениях человека с Богом отсутствует демократия, там присутствует теократия. И теократия означает, что Бог знает лучше. Откуда я это знаю? Он есть Альфа и Омега. Он, который был, есть и грядет. Он тот, который вседержитель. Так читали мы только что или нет? В этом стихе так написано, скажите?
А если там так написано, то вопрос, внимание к нам, для чего там так написано? Что-что? Чтобы до нас это дошло. Вы понимаете, друзья? Давайте с другой стороны зайду. Кто из вас когда-нибудь молился о своем здоровье по 1 Петра 2.24? Поднимите руки. Кто молился когда-нибудь? 1 Петра 2.24. Кто помнит, что там написано? Ранами его мы исцелились. И мы многие молимся. Но кто из вас когда-нибудь переживал момент, прекраснейший момент, когда этот стих вдруг стал вам не просто понятен, он открылся вам? Я помню, как я пережил это состояние. Сказать вам, что я сегодня переживаю это состояние, это неправда. Потому что ты можешь переживать это состояние только в тот момент, когда Бог тебе это открывает. Но когда ты его переживаешь в этот момент, для тебя болезнь не является проблемой вообще. Вы понимаете? Она не является ни проблемой, ни вызовом, ни сложностью, ничем. Она вообще ничем не является. Почему? Потому что в этот момент тебе становится все понятно. Так вот я вам хочу сказать, друзья, этот стих Откровения 1.8, нам необходимо начать над ним рассуждать и размышлять до тех пор, пока мы не осознаем и не поймем, что наша жизнь или наша концепция жизни, она в корне отличается от его концепции жизни. Я хотел бы сегодня ответить на вопрос, вот этот простой вопрос, о котором я говорю, возвращаясь. Итак, какой же должна быть жизнь христианина в свете того, что у Бога есть какой-то его план. Давайте откроем с вами интересное место из Писания. На украинском будем читать. Второе послание Петра, 3 глава, с 11 по 15 стихи. 4 стиха. В них есть очень большая мудрость. Итак, «А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та побожності ви?» Хороший, правда, вопрос? Смотрите, прям вопрос. «Якими маєте бути ви?» Тобто, яким має бути твоє життя? Апостол Петр задает этот вопрос. И тут же отвечает на этот вопрос. Що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розсипляться? Розтопляться, вибачте. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблений, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. І давайте ще 15 стих. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав, був до вас за даною йому мудрістю. Друзі, давайте розберемося в цих стихах. Всего лишь 4, ну 5 стихов буквально. Давайте попробуем разобраться. Итак, первая часть, друзья, 14 стих. Здесь написано, 11 стих. А коли все оце поруйнується? У меня возникает логичный вопрос. Кто помнит внимательно картинку? Скажите мне, о чем Бог заключил завет с Ноем? Что еще раз? Что он больше никогда не уничтожит землю. Есть такой завет или нет? Теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, уничтожит ли Бог землю? Он пообещал, что он этого не будет делать. Но при этом, при всем, он пишет, а коли все оце поруйнується? Вопрос, так что же он собирается разрушить? Это очень хороший вопрос, друзья, на который мы себе даем простейший ответ. Знаете какой? Бог опять разрушит всю землю. Тогда, друзья, Бог нарушит свой завет. А он пообещал в своем завете, что больше он не будет ее разрушать. Что ж тогда он сделает с этой землей? Друзья, что тогда Бог разрушит? Вот я для вас записал, что именно будет разрушать Бог. Все, что отдаляет нас от Бога и становится нашим Богом в кавычках, все, что становится нашими ценностями, нашим собственным законом и нашим собственным царством. Бог разрушит собственное царство, которое люди построили себе. Скажите мне, когда Бог призвал Моисея к себе на гору, что сделал в это время израильский народ за 40 дней? Они сделали себе тельца, они придумали, как ему поклоняться, и начали ему поклоняться. Что сделал Бог через Моисея, когда Моисей спустился? Он разрушил этого тельца, сжег его, испепелил, и пепел рассыпал. Он сказал, этого не будет. Внимание, уничтожил ли Бог израильский народ? Нет. Он уничтожил тельца. Что же разрушится, друзья? Смотрите, Бог говорит, знаете, когда-то у нас был друг с женой один, такой смешной, юморной парень, Сережа, и у него дочка была. А дочка иногда, ну знаете, маленькие же дети, они же иногда не слушаются. И как-то раз он такой зашел в комнату, снял ремень и говорит, слушай, я сейчас буду гонять дух лени в этой комнате.
Говорит, и если я тебя случайно зацеплю, не обижайся. Я хочу вам сказать, друзья, точно так же, когда Бог разрушит все, что Он разрушит, еще раз говорю, то, что становится богами, в кавычках, для людей, вы поняли? Хорошая жизнь, там вот все эти атрибуты, которые мы себе придумываем сами и сами строим, чтобы успокоиться, но никак не можем успокоиться. Вот это все, когда Бог разрушит, я хочу вам сказать, есть одно опасное место, знаете, когда ты и твоя жизнь находятся там, на той территории. Это очень опасно. Поэтому смотрите, что он говорит, когда это все разрушится, он говорит, то какими должны быть вы? То есть Бог говорит, я хочу, чтобы вы были отделены от этого. Я хочу, чтобы там, как то, что я буду разрушать, среди того, что я буду разрушать, Бог говорит, я не хочу, чтобы вас там было. Давайте я вам прочитаю, друзья, смотрите, откуда я это знаю. Простите, можно 13 стих? 13 стих. Смотрите. Але за його обітницею, то есть за его обещанием, мы ожидаем неба нового, новой земли. Что это за новое небо, новая земля? Вот отсюда большинство верующих думает, что Бог уничтожит атмосферу, Он уничтожит земной шар и построит новый земной шар. Нет. Смотрите, что Он построит? Он говорит, правда на них пробывая. Какая правда? О какой правде говорит Бог? О Божьей правде. Он говорит о своей правде. Друзья, Бог, когда утвердил на этой земле, поместил Адама и Еву, в Эдемском саду Он утвердил свой закон. И через Моисея он дал свой закон. И Бог разрушит все, что не соответствует его закону, но он хочет оставить, чтобы осталась только там, та территория, где будет его закон. Теперь, внимание, вопрос к вам. Где сегодня территория на этой земле, в которой царствует закон Божий? Где должна быть эта территория? Так, давайте сформулируем. В церкви, в нашем сердце, правда? Церковь – это собрание людей, это собрание людей, в чем сердце такой закон царствует, так или нет? Внимание, вопрос, а если в твоем сердце не царствует этот закон, если там Бог не альфа и омега, если Он не тот, который был, есть и грядет, если Он не тот, который вседержитель, если Он не тот, который способен управлять твоей жизнью, внимание, что произойдет с такой жизнью? Ой, и вот в этот момент, я хочу вам сказать, друзья, у некоторых людей наступает паника. У некоторых верующих наступает паника. Вместо того, чтобы исполнилось сердце радостью о том, что наконец-таки это закончится, у них наступает страх. Сказать почему? Потому что в сердце такой человек пытается усидеть на двух стульях. Он пытается сидеть на двух стульях, буквально. Он думает о том, что он может и нашим, и вашим за копейку спляшем, и это все пройдет вот аккуратно так. Нет, друзья, Бог, еще раз повторяю, все, друзья, где Его правда, Его истина не пребывает, Он что сделает, согласно 11 стиха? Разрушит. Поймите, любой закон, друзья, для людей, которые его нарушают, он плохой, для людей, которые ему следуют, он прекрасный. Вы понимаете это? В чем проблема многих верующих людей? Я давно уже вам говорил, мы, особенно украинцы, мы же схематозники. Мы пытаемся обойти даже Божий закон. Я помню, как у меня в молодости. Удавленные ли и крови не ешь? Можно ли есть кровянку? Как же можно интерпретировать местописание, чтобы ее все-таки есть? Ну, это смешно, примитивно, потому что на самом деле Богу до этого нет дела, поверьте. Но я говорю сейчас о другом. Вы видите, мы придумывать пытаемся законы. А где написано? Нигде не написано, окей, и что? И что? Что, этим прославляется Бог? А где написано? Ну, послушайте, вы где-нибудь в Библии найдете перечень татуировок, которые нельзя делать? А потом другой перечень, который можно делать? Или какие сигареты можно курить? Электронные можно? Это же не сигареты. А безалкогольное пиво? А секс, если мы любим уже друг друга? Мы уже заявление подали. А кальян? А кто сказал, какой длины должна быть юбка? И вот возникает... Друзья, смотрите, как интересно. Видите, какие мы люди? Мы, смотрите, мы пытаемся... Мы уже забыли, что он есть альфа и омега. Мы забыли о том, что он вседержитель. Мы забываем в этот момент, что он был, есть и грядет. Мы забываем об этом всем. Мы все это забываем. Почему? Потому что в этот момент, еще раз повторяю, мы начинаем писать свое Евангелие. Нам хочется писать свое Евангелие. Нам хочется написать его, но повторяюсь, друзья, еще раз. Смотрите, за его обетницию мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых будет правда. Друзья,
там, Христос, помните, сказал, что Он говорит, ваша жизнь на этой земле, это будет томление. О чем томление? Томление, друзья, о том, что я живу правдой посреди мира, о котором царствует неправда. Вы знаете, в чем сложность быть христианином в современном мире? В том, что современный мир тебя не должен понимать. Он не понимает тебя, и он не должен тебя понимать. Он не должен. Нигде в Библии вы не найдете, где Иисус сказал, о, меня не понимали, но вас поймут. Меня гнали, но вас гнать не будут. Так читаем мы или нет? Но мы все хотим построить именно так. Я хочу быть верующим среди неверующих, которое будет для них своим. У меня вопрос к вам. Вы как это собираетесь сделать? Еще раз. Как вы собираетесь быть своим верующим среди неверующих? Или вы не понимаете, что это два разных мира? Ну, как это сделать, скажите? Это невозможно. А мы пытаемся это сделать. И вот тут, друзья, вы понимаете, почему апостол Петр пишет эти слова? Можно вернуть 11 стих еще раз? Смотрите, почему он пишет. Когда это все разрушится, он говорит, то какими должно быть вам? Вот в этом, в святой жизни и побожности. Какими должны быть мы? И я хочу, друзья, чтобы мы сегодня, я хочу нарисовать, в чем же смысл, в чем акцент жизни христианина, каким стоит же быть все-таки христианину в мире, друзья, который находится вот там вот близко к завершению этих заветов. Еще раз повторяюсь, друзья, Бог никогда, вот просто поймите, Он не берет, Он не отделяет из этого пазла, из картины общей, ваш пазл, пазл вашей жизни, внимание, и Он не берет его, помещает отдельно под микроскоп и говорит, этому человеку можно. Его жизнь, она важна, ой, как она важна, ой-ой-ой, для него я забываю про Евангелие и так далее. Вы понимаете, что так не бывает? Еще раз говорю, понимаете это или не понимаете? Я, может, сегодня, знаете, как-то немножко так вот, но я просто хочу, друзья, вы понимаете, пришло время, нам нужно сейчас, время, когда нам нужно говорить об этих вещах. Нам нужно о них говорить, и говорить о них нужно серьезно. И каждый из нас должен одевать их на себя, одевать их на себя. Я вам хочу сказать, друзья, эта проповедь для меня очень неудобная, потому что сейчас вот ее слушает моя жена, слушает мой сын старший, которая тоже имеет свое понимание христианства. Она неудобная, друзья, потому что тебе нужно одеть ее на себя. Но лучше одеть ее на себя, и она тебе будет сжать, чтобы какой-то момент твоей жизни был обрезан. Чтобы ты действительно явился перед Богом. Внимание, не классным, не хорошим, не святым, каким ты сам себя считаешь. Нет, мы сейчас об этом будем говорить. Чтобы ты явился перед Ним таким просто, каким Он запланировал тебе быть. Вот и все. Знаете, когда-то один человек был такой один, может кто-то слышал или нет, кто слышал такое имя? Джон Буньян. Кто-то слышал? Джон Буньян. Кто знает, чем известен этот человек? Да, он написал книгу, это где-то был конец 15-го, начало 16 века, называется она «Путешествие пилигрима в чудесную страну». Длинное такое название. Честно скажу, если вы будете читать оригинал этой книги, я уверен, большинство из нас с вами, вы просто не дочитаете до конца, потому что оно покажется вам очень таким каким-то, достаточно таким скучным и монотонным повествованием. Но, если вы углубитесь в это повествование, если вы хотите, вы можете когда-то, пастор Т.Д. Джейкс, они сняли книгу, так и называется, сняли фильм художественный, называется «Путешествие пилигрима в небесную страну», примерно, плюс-минус, очень похоже, близко к оригиналу, но суть ее сводится к тому, что когда ты идешь, там показана жизнь христианина с момента его обращения ко Христу до момента, когда он попадает в Царство Небесное. И он описывает весь этот путь. Так вот я вам хочу сказать, я нигде на этом пути не увидел такого, знаете, радостных моментов, где он такой, аллилуйя, я спасен. Просто ты читаешь такое впечатление, думаю, боже мой. Это куда он вышел? Почему он выбрал не ту дорогу? Знаете, как это? Налево пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь туда, направо пойдешь, жену себе найдешь. О, пойду направо. Правильно, всегда ходи направо, налево не надо. Ну нет, друзья, не так. Все время, когда ты христианин, такое впечатление, каждый день ты выбираешь не тот путь. Такое впечатление, как будто бы ты выбираешь путь, который... Он заставляет тебя все время быть не таким, как все. Итак, смотрите, друзья, что здесь написано? То, якими мусите бути в святому житті та побожності. Итак, друзья, давайте разберем, что же Бог ожидает, какими должны быть мы. Первая вещь, которую я себе записал, Бог ожидает от каждого христианина святость. Вот святость, у нас, друзья, со святостью есть одна проблема. Мы не понимаем глубину, не глубину, а суть понятия святости.
Святость, друзья, это не быть отделенным от чего-то. Большинство людей думает, быть святым – это не курить, быть святым – это не пить, быть святым – это не блудить. Сразу хочу вам сказать, друзья, Божье понятие святость включает в себя все это. Но не это есть святость. Внимание, святость, очень просто объяснить ее. Это быть не отделенным от чего-то, а это быть отделенным для чего-то. Смотрите, это не отделиться от чего-то. Потому что, смотрите, если, в чем разница? Если ты отделяешь себя от чего-то, тогда следующим вопросом будет, предоставьте весь список, пожалуйста. Помните, огласите весь список, от чего мне еще надо отделиться. А особенно, если ты еще и не хочешь отделяться, то ты начинаешь спорить, а давайте этот пункт вычеркнем, давайте перейдем, давайте запишем дополнительное соглашение по этому пункту. Не надо никаких дополнительных соглашений, если ты понимаешь, что святость, внимание, это быть отделенным для. Давайте прочитаем, что говорит нам Библия по этому поводу. Псалом 4.4. И знайте, написано там, знайте, что святого для себе Господь, что зробив? Бог отделяет святого для себя. Еще раз, быть святым, это не отделенным от чего-то, это не отделять себя просто от греха, это отделить себя для Бога. То есть, вы видите, опять, жить для Него. Это очень сложный момент, поймите, друзья, у нас даже, я хочу, чтобы вы поняли глубину, чтобы понять глубину этой проблемы. Вы знаете, что у нас даже такое движение началось в мире, кто слышал? Child free. Кто слышал такое движение? Кто это? Что это за люди? Кто скажет мне? Люди, которые говорят, мы не хотим иметь детей. А вы никогда не задумывались, что является корнем этого решения? Эгоизм. Они так и говорят, я не хочу портить свою фигуру. Я хочу жить для себя. Я не хочу утром, просыпаясь, думать о каком-то маленьком орущем рте, дурно пахнущем, который нужно мыть. Знаете, эти люди, они говорят, я не хочу обременять себя вот этими проблемами. То есть, буквально они говорят, я не хочу жить для, вы поняли, для. Они говорят, я хочу жить для другого. Послушайте, когда ты отделяешь себя для, это автоматически определяет, что у тебя будет другая жизнь. Кто из вас, когда вы поженились, вы поняли, что вы потеряли себя в чем-то для своих друзей? В чем-то вы потеряли для себя, для своей привычной жизни. Сразу хочу сказать, если вы приняли решение, что у вас этого не будет, и вы будете по-прежнему жить для себя, тогда рано или поздно вам придется потерять семью. Так будет. Ты не можешь, друзья, иметь что-то, если ты для чего-то себя посвящаешь, не отделив себя от чего-то, вы понимаете? Поэтому здесь, смотрите, он говорит, Господь отделил для себя своего святого. И дальше он говорит, почую я Господь, як я клыка, ты буду до него. Почему Бог слышал Иисуса Христа? Потому что Христос отделил себя для него. Многие верующие пытаются сегодня жить для себя, но при этом хотят, чтобы Бог их слышал. Как так? Объясните. Я вам хочу сказать, нам нужно переписывать римское право, друзья, всем причем. Нам нужно полностью переписать историю. И знаете, писать историю. Если это для меня, то 4 плюс 4 равно 16. А если для моего врага, то 4 плюс 4 равно 0. Вот так, вы понимаете, арифметику придется переделывать, друзья. Оно так не работает. Еще раз, первое, что Бог ожидает, Он ожидает святости. Какой должна быть жизнь христианина, друзья, в ожидании пришествия Христа? Святой. Святой. И чем ближе этот день, тем более мы должны это осознавать. Что означает быть отделенным для Христа? Друзья, сюда много включается. Понятно, это только одна грань. Это отделение от какого-то греха. Но это также начать жить для Него полной жизнью, друзья. Это полностью растворяться в Нем, обнаруживать себя в Нем. Это, знаете, как мы сказали, заключить завет своей жизни с Ним. Знаете, почему, друзья, в церквях, обычно, например, в баптистской церкви больше говорится о святости, о освящении? Знаете, после какого действия? После водного крещения. Потому что водное крещение – это видимый образ, когда мы принимаем решение, что мы начинаем жить другой жизнью. Я для себя записал так, друзья. Святість християнина – це життя в усвідомленні, що кожної миті Бог може прийти і оцінити твоє життя з огляду на його стандарти правди. Понимаете? Это каждое мгновение. Святым быть, это означает каждое мгновение. Я живу так, чтобы каждое мое решение, друзья, я понимал, что Бог придет и оценит не на основании моей правды, а на основании Его правды. Значит ли, что христианин такой не будет оступаться? Абсолютно ничего не означает это. Это не быть святым, некоторые люди думают, ну я же не святой, и я не святой, друзья, если вы не в курсе.
Но святость – это моя жизнь верой, в которой я каждый день выбираю Бога. Святость, друзья, это когда ты согрешил, ты встаешь. Ты встаешь потому, что ты понимаешь, что так видит тебя Бог. И тебе нужно встать. Так или нет? Вот что такое святость. Святость – это жить для Него теперь. Это перестать жить для себя, перестать жить для еще чего-то. Это начать жить для Него. Это непросто. Второй момент, друзья, если вы прочитаете внимательно вот этот стих 11, здесь написано «побожными». Смотрите, «побожности». Побожности, друзья, что такое побожность? По Богу. По Богу. Знаете, когда снимают иногда фильм какой-то, пишут, снято по мотивам такой-то книги, правда? По мотивам. Что это означает? Это означает, что если вы будете смотреть этот фильм, то где-то плюс-минус вы будете узнавать, если вы читали книгу, вы будете узнавать сюжет, истории, какие-то моменты, повороты из этой книги, правда? Так вот, у меня вопрос, друзья. Какой должна быть жизнь христианина, если она строится по Богу, то есть по Его сценарию? Я вот для вас записал несколько пунктов. Первый пункт, друзья. По Богу это означает о том, что моя жизнь развивается за замыслом Бога. Первым в этом замысле является искупление, так или нет? То есть Христос меня искупил. Кто может сказать, что это произошло? Искупление Христом. На кресте Христос умер или нет? Умер. Это наша ответственность или Бога? Бога. И Он это сделал. Следующее, что должно произойти после искупления? Покаяние. То есть примирение человека с Богом. А это уже чье решение? Мое. И вот здесь, друзья, человек, который хочет жить за Богом, он не говорит о том, что, ну, вы знаете, я пока еще не готов. Когда человек говорит, я еще не готов, это означает, что он продолжает жить по своему сценарию. И в его сценарии Бог с его сценарием не вписывается пока, понимаете? Прям никак. Поэтому, друзья, следующее, что должно произойти еще раз, это покаяние, то есть примирение человека с Богом. Следующий вопрос, друзья, который должен произойти, это освящение. Освящение. Что есть освящение? Это жизнь, в которой я корректирую свою жизнь так, чтобы она жила для Него. Для Него. Освящение – это жить для Него. Жить для Бога. Кто из вас служит Богу? У меня вопрос, почему вы служите Ему? Потому что вы хотите жить для Него. А жизнь для Него подразумевает служение. Вы знаете, когда я живу в своей семье, я мою посуду. Почему? Потому что я хочу жить для этой семьи. Но если вы пригласите меня в гости, вы очень сильно удивитесь. Возможно, мой приход вас даже очень сильно огорчит. Знаете почему? Потому что я не буду мыть у вас посуду. И не потому, что я плохой, а потому, что я принял решение жить для своей семьи. Ну, если мы говорим о семье, вы поняли? Просто как пример, друзья. Но почему-то много верующих людей, когда говорится, речь идет об освящении, мы думаем о том, что это я для себя хочу. Я для себя хочу чего-то. Нет, друзья, это я для Бога теперь хочу. Это есть смысл освящения. В Библии написано, воля Божья есть освящение ваше. Следующее, друзья, следующее, по Богу жить, это значит иметь с Ним отношения. Это значит строить с Ним отношения. Почему я молюсь, друзья? Некоторые, пастор, а что мне делать? Я не хочу молиться. Знаете, друзья, в этом вопросе для меня звучит позиция самого человека. Слушайте внимательно ее. Послушайте вместе со мной ее сейчас. Пастор, что делать? Я не хочу молиться. Можно я вас сейчас очень сильно удивлю? Я вообще редко, когда хочу молиться. Крайне редко, когда я, Андрей, хочу молиться. Но я молюсь всегда. Почему? Какой ответ? Ты для Бога вообще-то живешь, а не для себя. Но молитва это же мне нужно. Да, в этом-то и мудрость Бога, помните, я говорил, и любовь Бога, что Бог побуждает нас делать то, что нужно, то, что хорошо для нас, а мы думаем все время, что этим мы пытаемся угодить Ему. Скажите мне, пожалуйста, служение нужно Богу? Жертвы нужны Богу? Поклонение нужно Богу? Он от этого больше становится, от моего поклонения. Сейчас. От твоего фальшивого поклонения Богу только хуже становится. Это я сейчас про себя сказал. От твоего фальшивого поклонения Богу только хуже становится. Друзья, ничего из того, что Бог ожидает от нас, никаким образом Бога не делает более Богом. Вы понимаете? Все, что ожидает от нас Бог, оно для нас. Поэтому вопрос, отношения, личные отношения с Богом, кому они нужны, скажите?
нам, но Бог видит нашу жизнь именно такой. Следующий пункт, друзья, что означает побожность, что означает еще по Богу? Это возрастать в духе. Бог хочет, чтобы его дети были зрелыми. Давайте объясню простыми словами, что означает быть зрелым в духе? Быть зрелым в духе, это означает уметь принимать решения, которые соответствуют Божьей истине. Вот и все. То есть, когда у тебя есть возможность украсть, сказать себе о том, что это неправильно, и не украсть, вы понимаете? А не сказать: Господь благословил, аллилуйя. Щедрый Господь мой. Ну, вы понимаете или нет? Вот что означает быть зрелым в духе. Зрелым в духе — это когда тебя обижают, не обижаться, а молиться за кого? Кто читал там в Матфея 5 глава, что там написал Христос? Он говорит: за обижающих вас что надо делать? А не сказать о том, что я не хочу общаться с этим человеком. Где вы такой в Евангелии нашли? Ну вот скажите, где? Ну где в вашем Евангелии написано: прекрати свое общение с человеком, который тебя обижает. Где вы такое нашли? Избавься от токсичных людей. Провентилируй, проанализируй свое окружение и избавься от людей, которые тебя тянут вниз. Пускай в твоем окружении будут только люди, которые тянут тебя вверх. Куда вверх? В какой верх они тебя тянут? Вы знаете, есть такие верха, друзья, куда лучше бы я вниз шел, чем с такие верха идти. Я вообще как-то пытаюсь понять. Вы понимаете, друзья, некоторые наши утверждения, они просто абсурдны. Я иногда, когда читаю страничку некоторых, ленту читаю новостную некоторых верующих, у меня просто один вопрос возникает. Просто один вопрос. Как в вашей голове это помещается? Как в твоей голове помещается, где человек пишет «Аллилуйя», а в середине текста посылает, извините, на три веселых буквы каких-то людей? У меня просто вопрос. Ну как? Научите меня так жить, чтобы при этом твоя совесть была чиста. Как это можно вообще, объясните? Как можно в начале текста проклясть, а потом сказать «слава Богу за все»? Как? Вот как это совмещается, объясните? Я не понимаю этого, потому что я читаю в Библии, друзья, он говорит о том, что какой должна быть ваша жизнь, если вы понимаете, что все, что эти люди пытаются построить, оно должно сгореть. И он говорит, она должна быть побожной. Еще раз повторяю, друзья, один из принципов побожности – это возрастать в духе. Следующее, друзья, о Боже мой, сколько мы читали в Библии, как прекрасны ноги каких людей. Это о ком написано? Это написано о Богдане. Это у него такой пунктик, я же не евангелист. Это у него пунктик, я тут как бы маленький человек. Друзья, кто должен благовествовать? А ну-ка скажите мне, вместе все, громко, 3-4. А ну скажите еще раз это, 3-4. Кто должен благовествовать? И Богдан, да? Нет, это я добавил от себя. Ну, понимаете, друзья, смотрите, мы читаем Евангелие, но еще раз, вы понимаете, что написано? Бог говорит: прекрасны ноги. У кого из вас болят иногда ноги? Знаете, почему они болят? Они не прекрасны. Они не прекрасны. Они давно перестали быть прекрасными. Потому что никто никогда уже не помнит, и вы сами, когда последний раз вы этими ногами шли благовествовать, вы не помните этого уже. Они не туда ходят, они иногда вообще не ходят. Как Илья Муромец, 33 года уже сидит на печке. Вы понимаете, что вы сидите на одном месте, вы не благовествуете. Услышьте меня сейчас, друзья. И если я верю, еще раз, кто из вас верит, что Господь грядет? И если я верю, что Он грядет, то мне должно благовествовать. Должно ли христианину благовествовать? Скажите аминь. Должно ли мне, как христианину, благовествовать? Должно ли тебе, как христианину, благовествовать? Аминь. Пастор, так а что там, когда Богдан пойдет в следующий раз на евангелизацию? Мы помолимся за брата. Поддержим человека в духе. Почему? Объясните. Ну почему? Но почему, друзья, еще раз говорю, почему мы переписываем Евангелие? А я вам хочу сказать, потому что мы забыли, Он есть Альфа и Омега. Он есть Тот, Который был, есть и грядет. Он есть Тот, Который Вседержитель. Не я есть Альфа и Омега. Не я был, есть и буду. Не я есть Вседержитель. Поймите, напишите это у себя в Библии, прежде чем вы начинаете читать Бытие первую главу. Напишите это у себя в Библии. Напишите этот стих, Откровение, 1 глава, 8 стих. Напишите и живите этим.
пастор, вы знаете, как со мной поступили эти люди? Ну как с тобой поступили эти люди? И начинается история, 45 минут о том, какие все эти люди негодяи. Я выслушал и говорю, и? Вот поэтому, пастор, я больше не хожу в церковь, я уже не открываюсь, я не доверяюсь больше никому. Серьезно? Ну где ты такое читал в Евангелии? Ну объясни мне. Вы думаете, самое сложное быть пастором в том, чтобы проповедовать? Нет, самое сложное, друзья, в том, чтобы иногда смотреть во время проповеди на лица людей, которые ты понимаешь, они даже не хотят слышать то, что ты им говоришь. А на следующую субботу опять приходите проповедовать им снова. Друзья, Бог нигде, еще раз повторяю, не сказал, что наша христианская жизнь будет легкой. Вы понимаете это? Он не говорил этого, он не обещал этого. Поймите. Ну, то есть... Ну просто, ну найдите мне, ну я не знаю, если вы, вот скажите, пастор, вот написано, смотрите, Иисус сказал, радуйтесь, у вас все будет вообще хорошо. Он сказал, когда вы терпите скорби, как он метко выражается, правда? Вроде и сказал. Как он умеет это заворачивать, объясните. И легко, и тут же бремя. Друзья, и последнее, что означает побожности, жизнь в Божьем предназначении. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Когда-то один проповедник, не буду от себя огородить, мудрить ничего, друзья. Один проповедник, Майлз Монро, сказал потрясающую фразу. Самое богатое место в мире – это кладбище, потому что там лежат нереализованные призвания людей. Большинство людей, еще раз говорю, большинство христиан, они не живут своим призванием. О, мое призвание, пастор, вы знаете, мое призвание – быть мамой. Вообще. А мое призвание ходить в туалет. Потому что я, знаете, я его прям выполняю каждый день. Да? Ну, просто, знаете, но это же смешно. Это хорошо, да, но это плохо. Хорошо, ну, плохо, что это хорошо. Потому что, друзья, твое призвание – это не жить жизнью. Бог природил тебя для чего-то. Я всегда всем людям объясняю, когда я начинаю объяснять о предназначении, я говорю, ты понимаешь, когда Богу было угодно освободить израильский народ из Египта, кого он родил? Кого родил Бог? Моисея. Когда Богу было угодно избавить народ от грехов, кого он родил народу, человечеству? Христа. Когда Богу нужно... Зачем он тебя родил? Хороший вопрос. Вы понимаете, большинство верующих нет ответа на этот вопрос. У них ответ появляется, смотрите внимательно, по мере косяков, которыми они косячат в жизни. Женился и начинают, о, я теперь, я понял, зачем я живу, чтобы обеспечивать свою жену. Потом родился ребенок, о, я теперь понимаю, я теперь для того, чтобы взрастить детей. А потом в конце жизни сидит, он такой, а так а зачем я прожил эту жизнь? И не знают зачем, вы понимаете? Потому что, друзья, есть побожные, побожнее, это значит по Богу, это означает также исполнять свое предназначение. Следующий пункт, хочу обратить ваше внимание тоже, друзья, здесь. Давайте откроем 14 стих, можно? 13, прости, 13 стих. 13 стих. Смотрите. Так, давай 14, наверное, там. Или 12, я не помню. Вот, вот, да, все, 14. Тоже улюбленный, чекаючи цього. Чего чекаючи, скажите мне? Пришествие Христа, что Бог говорит, делать надо? Пыльнуйте. А что означает пыльну? Друзья, пыль... это не про пылесос и убирать. Вы поняли уже, да? Пыльнуйте, друзья, это совсем другое. Пыльнуйте, я для себя записал. Бог предупреждает, что дьявол, в жизнь, дьявол и жизнь на этом пути, Божьем пути, готовят свои ловушки для того, чтобы уловить детей Божьих. Смотрите, как это было у Христа. Евангелие от Луки 4:13. И дьявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього до часу. Скажите, искушал ли дьявол Христа? И один раз только? До времени отошел. Вы что думаете, друзья, на пути нашего свершения жизни, в свершении завета, вы думаете, не будет искушений? Миллион искушений. Но помните святость, которую он говорил, освящение? Святость должна возвращать тебя, и ты должен постоянно бодрствовать. Какая претензия была у Иисуса к ученикам в Гефсиманском саду? Он говорит, бодрствуйте и молитесь. Даже не молитесь, он сказал. А что он говорит? Бодрствуйте, бодрствуйте. Бодрствовать – это быть в состоянии осознания. Что это значит осознание? Чего? О том, что Господь, Он есть Тот, Который
Альфа и Омега, Он есть Тот, Который был, есть и грядет, и Он есть Тот, Который Вседержитель. И Он является тем, Который определил мою жизнь. Поэтому я уже живу не для себя, а живу для кого? Слушайте, очень легко, для меня вот лично, для меня очень легко всегда различить, что правильно, а что неправильно, что нужно делать, чего не нужно делать. Всегда ответьте на вопрос, что прославит Бога по итогу? Если вы пойдете и согрешите, скажите, в какой момент вот этого действия там будет славиться Господь? Разве что. У меня такой, чтобы отвлечься, расскажу вам однажды случай. У меня один друг, был, есть, суть не в этом. Один товарищ, брат наш во Христе, он музыкой занимался. И такой, знаете, у него была миссия. Ну, он так увидел для себя миссию. В ночных клубах он играл, там, музыку играет. И как бы вот он там говорит, я посреди своего сета, я говорю о том, что идите, люди, к Богу, Бог есть свет, там, и так далее, и так далее. И вот он, мы жили в Америке, значит, в Америку он к нам приезжает. Мы его пригласили, я говорю, засвидетельствуешь там, говорю, давай как-то вот, ну, просто ободрить людей. Ну, и знаете, чтобы не тратить как бы одно с другим, его какие-то неверующие ребята из ночного клуба пригласили, говорят, давай ты у нас поиграешь, мы тебе оплатим дорогу там и так далее. То есть совместил полезное с приятным. И вот он мне рассказывает историю, говорит, 3 часа ночи, говорит, я играю. И посередине моего того, что я играю, там 40 минут, он говорит, я начинаю говорить в зал людям, которые там прыгают, там, вау, там, ну, колбасит их. И он начинает говорить, вы понимаете, Бог есть свет, идите к свету, Господь вас любит. И он говорит, самым большим шоком для меня было то, что, говорит, 80% людей, которые были в зале, начали кричать, аллилуйя, брат. А один после этого сета подошел к нему и говорит, брат, приходи к нам в воскресенье в церковь, у нас такой классный будет проповедник. Он приходит домой, говорю, что случилось? Он говорит, я замерз. Он вот так говорит, я не знаю, что делать. Скажите мне, как можно, будучи христианином, попасть в такую... Это ты не бодрствовал в какой-то момент времени. Это ты по чуть-чуть себе сказал, ну ничего страшного, оно же безалкогольное. Ну ничего страшного, это же, там же никотина нету. Это ничего страшного. А как не сказать на этих русских? По чуть-чуть, вы поняли, по чуть-чуть, ты не бодрствуешь, и по чуть-чуть ты приходишь к моменту, когда ничего тебя уже не ограничивает. И вот тогда наступает самый благословенный, в кавычках, момент для таких людей. Знаете, что они говорят? К свободе призвал меня Господь. И уже у них нет никаких ограничений. И там уже свое Евангелие пишется, там уже свои истории, там уже свое будущее, свой мир, там все свое, вы понимаете? Там уже... Господи, что вам сказать? Следующее, друзья, очень интересное. Можно вернуть, пожалуйста, там, где Петра, можно вернуть на 14 стих. А долготерпіння, да, вот смотрите, вот здесь интересно. Тож, улюблені, чекаючи цього, пильнуйте. Дальше смотрите. Щоб ви знайшлись для нього. А у меня в другом переводе написано, в переводе Генка написано, щоб бути знайдені в ньому. Чтобы быть знайденными в нем. То есть, чтобы быть обнаруженными в нем. Хух, серьезный вопрос. Чтобы быть обнаруженными в нем. Знаете, что такое обнаруженными? Бог ожидает, что твоя жизнь, ее ценности и смысл твоей жизни будут обнаружены тобой самим в его плане на твою жизнь. Вы знаете, в чем проблема? Проблема многих верующих, вызов номер один. Мы все время пытаемся с Богом спорить. Мы все время пытаемся сравнивать вот эти планы. У нас такая дискуссия, демократическая дискуссия идет с Богом, где мы пытаемся все время выцыганить, простите за это слово, выцыганить у Бога то, что наша воля тоже ничего. Вы понимаете? Бог говорит, ты должен быть найденным в нем. То есть ты должен потеряться для себя. Мне нравится прекраснейшее место в Библии. Смотрите, друзья, сейчас буду разрушать вашу теологию. В кавычках. Написано Бытие, 3 глава. И отлепится человек. От кого? От мамки и папки. И прилепится к жене своей. Вы знаете, сколько у нас, почему у нас анекдоты про тещи свекрови? Вы никогда не задумывались, о чем они, в чем причина появления этих анекдотов? Никогда не задумывались? Сказать вам? Нет. Потому что они не могут найтись в новой семье.
Потому что они все время, мама или мамы, папы, их все время пытаются вернуть обратно в их семью. Ты из этой семьи. Ты из этой семьи. Ты мой. Нет. Вы знаете, в чем секрет успешного брака? Самый первый секрет успешного брака. Родители должны о тебе забыть. Они должны о тебе забыть. Иначе у тебя не получится построить новую нормальную семью. Потому что ты все время будешь разрываться между всеми. Это просто пример жизненный, вы поняли? Так вот, быть найденным в Боге. Многие верующие разрываются по-прежнему. Они все время хотят себя где-то найти. Ой, вы знаете, пастор, я нашел себя в этом. В чем ты нашел себя? В этом. И знаете, так описывает, как будто прям это очень важно для Бога. А оно не важно для Бога. Оно совсем не важно для Бога, друзья. Еще, друзья, каким должна быть моя жизнь? Здесь написано в следующем стихе, в этом стихе, смотрите, написано, «Щоб ви знайшлися в ньому не скверні та чисті у мирі». Я записал для себя такой пункт. Что означает нескверным и чистым в мире? Бог знает и понимает, что твой жизненный путь тебе придется проходить, выбирая для себя путь Бога каждое мгновение твоей жизни. Вы понимаете? Каждое мгновение жизни тебе придется выбирать. Некоторые люди, они верят в такую доктрину. Если я спасен, все, Бог уже со мной. Он меня ведет, он меня направляет. Ничего подобного. Каждую секунду тебе придется выбирать до самого последнего мгновения, до самого последнего вздоха твоего. Тебе придется всегда выбирать. Ты всегда выбираешь. Поэтому он и говорит, каким ты должен быть. Неоскверненным. Что такое оскверненным? Помните, когда в Ветхом Завете он говорил, священник, который хоронит человека, он вообще говорит, священник не должен приходить на похороны. А потом он говорит, ну если даже ты там, чего не должен делать священник? Прикасаться к трупу. И он говорит, если ты прикоснулся, уходи, иди очищайся. Вот что означает быть неоскверненным. Это означает жить так, чтобы твоей, каждое мгновение твоей жизни тебя не было там, где ты не должен быть. Там, где тебя не должно быть. Понимаете, друзья? Это очень серьезное дело. Ну и в конце, давайте уже в конце, я для себя лично, вот я написал так. «Від себе я б додав ще одну якість та цінність життя християнина». Оно здесь, о нем нет, но я дополнить хочу к этому. Давайте откроем с вами Даниил, 12 глава, 13 стих. О пришествии Христа. Даниила, 12, 13. Смотрите. «А ты...» Кому обращаются эти слова? «Ко мне». А ты йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів. Хотите, открою вам, друзья, один из основополагающих секретов, который должен быть у каждого христианина, первый, это верность. Это одна из вещей, которая должна быть присуща. Она потеряна. Сегодня эта ценность утрачена в нашем мире. У нас сегодня верность приравнивается целесообразности. А еще хуже, когда верность приравнивается выгоде. Если мне сегодня это выгодно, я буду верным. Если мне сегодня это невыгодно, извините. Если сегодня для меня это целесообразно, если сегодня это как-то соответствует тому, что мне интересно, я буду верен. Если этого нету, я не буду верен. Обратите внимание, он говорит, а ты иди, иди до конца. Друзья, скажите мне, пожалуйста, жизнь христианина оценивается в тот момент, когда он кается? В тот момент, когда он падает и встает, или в тот момент, когда заканчивается его жизнь на этой земле. Он говорит, ты бери пример со своих учителей, взирая на их окончание. Говорит, смотри на их окончание. Знаете, меня спрашивают, есть такое отступление такое, меня спрашивают, пастор, каких проповедников вы советуете слушать? Каких вы проповедников слушаете? Я вам отвечу, друзья, самый верный, самый вообще легкий, самый простой способ, как определить самого правильного проповедника. Знаете какого? Я слушаю тех, кто уже умер. Я слушаю проповеди тех и читаю проповеди тех, кто уже умер. Знаете почему? Я смотрю, как они закончили, как они жили, как они закончили. И если они жили нормально и закончили нормально, какая проблема? Слушай их проповеди. Ой, вы знаете, а мне нравится больше вот этот проповедник. Я не знаю, потому что он еще ничего не закончил. Знаете, я 28 лет христианин. Так вот я вам скажу, за мою бытность христианином было много проповедников, которые классно начали, суперовски развивались, а закончили очень плохо. Я вот не знаю, слушать или не слушать. Потому что если ты слушаешь, ты как бы можешь в теме быть. А я поэтому говорю, я всегда слушаю тех, кто уже умер. Никогда не ошибешься. Я когда некоторым называю имена проповедников, кого слушаю, они говорят, а кто это такие? Я говорю, о-о-о. Говорю, их уже нету.
Они не с нами. Вы понимаете, почему? Даже могу объяснить. Потому что вы поймите, если ты смотришь, что человек умер, и он сохранил, течение совершил, и веру сохранил, я вам хочу сказать, такой человек по-настоящему верил в то, во что он верил. Он реально верил в это. Его стоит слушать. Потому что он жил этим. И я хочу всегда слушать таких проповедников. Так вот, я хочу сказать, друзья, один из моментов, каким быть, какой должна быть жизнь христианина, это верность. Верность, друзья. Поэтому, друзья, заканчивая проповедь, прочитаю вам второе послание Петра, 3 глава, 15 стих. Второе послание Петра, 3 глава, 15 стих. «А долготерпение Господа нашего уважай ты за спасение». «А долготерпение». Сегодня тебе кажется о том, что Бог забыл о тебе? Тебе кажется, что ты недополучаешь всего, что тебе нужно или желает твоя душа? Тебе кажется, что твоя жизнь в ожидании Его пришествия не такая уж яркая и красивая? Я хочу вам сказать, друзья, подождите. Подождите. Бог в своей величайшей мудрости, Он долготерпит. Но Он долготерпит не потому, что Он издевается над нами, а Он долготерпит, друзья, для того, чтобы каждый из нас, смотрите, Он говорит, долготерпение, почитайте за спасение. Бог, который дает, вы поймите, если сегодня Бог, если бы сегодня только во времена Нового Завета, во времена свершения этих заветов, можно слайд вывести, седьмой, пожалуйста, седьмой, там, где вот слайд этот. Смотрите, друзья, если бы вот в это время, которое сейчас будет, вот сейчас покажем здесь, если бы вот, развитие завета, извини, я прошу прощения, Ром, прости. Да. Смотрите, если бы в это время, друзья, Бог не долготерпел, знаете, что Он бы с нами делал? Он делал бы с нами то же самое, что делали во времена Авраама и Моисея. Нас за каждый грех должны были бы побить камнями. Поэтому, друзья, если сегодня тебе кажется, что все идет не так, как тебе хочется, поверьте, это не потому, что тебе так кажется, а потому, что Бог в своей величайшей мудрости, в своем мудрейшем замысле и любви, Он позволяет твоей жизни раз за разом аккуратно, аккуратно корректирует тебя. Вот так, аккуратно. Слышали такое выражение? Капля воды. Так вот, сегодня, друзья, то, что Бог чего-то тебе не дал, чем-то твоя жизнь не изменилась, грандиозным образом не развернулась, вы понимаете, если бы Бог сделал столько разворотов, каждый раз, когда мы у Него просим каких-то разворотов, вы понимаете, твой корабль бы не выдержал. Корма бы отвалилась. Не выдержал бы корабль. Поэтому Бог в своей мудрости, Он аккуратно разворачивает твою жизнь. И когда Он аккуратно разворачивает твою жизнь, друзья, Он разворачивает ее так, чтобы в итоге ты получил свое спасение. Поэтому, друзья, бонусом в чате я сброшу для вас такой пункты. Выклики на цьому шляху и як на них реагувати. Это будет бонус. Я сброшу. Сразу хочу сказать, если кто-то из вас, вы в нашей церкви, но вы не в чате у нас, подойдите сегодня в конце служения Юлии Васильевне, вот подойдите к ней, пожалуйста, она вас добавит в чат для того, чтобы вы могли в чате, мы обмениваемся информацией там дополнительно, и я сброшу, потому что я не хочу эту проповедь, она и так уже длинная. Я не знаю, кто из вас сегодня для себя услышал все-таки какой-то ответ, наконец-то? Вы понимаете, друзья, что жизнь не скучная, но она такая, какую ее запланировал Бог. Она прекрасная. Хотя порой она будет нам очень непонятна, а иногда будет не нравиться. Давайте склоним наши головы, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господи, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, величаем. Мы благословляем сегодня Твое чудное имя, Боже наш. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждый день, Господь, Ты милуешь. Каждый день, Господь, Ты даешь нам возможность слышать Твое Слово. Ты назидаешь нас, Ты направляешь нас, Ты ведешь нас, Господь, своими путями во имя Иисуса Христа. И, Господи, мы молимся и просим Тебя сегодня, чтобы Ты проговорил в нашей жизни, Господь, снова и снова. Господь, пусть это Слово, оно всю эту неделю, Господь, в нашем сердце будет возгреваться Духом Святым во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Вот так, друзья. Такая тема у нас была. Кто мне напомнит тему проповеди? Моя жизнь в ожидании пришествия Христа. Я рекомендую вам еще раз, послушайте еще раз первую проповедь, послушайте еще раз не раз эту проповедь. И хочу вам сказать, попробуйте, дерзните, сделайте себе хотя бы раз в жизни, друзья, такое решение, примите решение, один раз поверить Богу, изменить свою жизнь по-настоящему, примите решение это сделать. Если вы это сделаете, поверьте, вы не прогадаете однозначно. Бог обязательно благословит вас. Аминь.